Я обучаюсь в предпринимательском классе. Год назад мы с другом заинтересовались созданием собственного дела, и мы пришли к такому решению, что это должен быть бренд одежды. Порассуждали, посчитали, разработали свой дизайн, свой логотип и дальше уже продвижение в интернете. Я хотел создать агрегатор для ребят-олимпиадников, для того, чтобы они могли регистрироваться на Олимпиады в одном месте. И сейчас уже идет работа над созданием чат-бота в Телеграме и ВКонтакте, он также будет. И в конце мая, я думаю, будем уже запускать. Наша школа в проекте уже второй год. Развивается он с успехом, я бы сказал, потому что мы активно сотрудничаем с основными нашими стратегическими партнерами. Самым интересным этапом сотрудничества является, конечно, взаимодействие посредством мастер-классов. Наш стратегический партнер Сбербанк очень часто нас посещает и проводит замечательные мастер-классы, деловые игры, квесты. Ну и, безусловно, хочется похвастаться одним из гостей, не так давно был заместитель министра финансов Российской Федерации. Наш проект нацелен на здоровый образ жизни. Целью любого проекта является прибыль. Мы рассчитали внимательно постоянные переменные издержки, и наша прибыль гарантирована, поэтому мы готовы реализовывать наш проект. Большое спасибо хочется сказать преподавателям и наставникам, которые на всем нашем пути помогали нам совершенствоваться и разрабатывать этот бизнес-план. Предпринимательские классы – это, по сути, путь к успеху, и в качестве бонуса, наверное, получают полезное знакомство и имеют возможность прокачать свои личные качества. В будущем есть идеи открыть свои сети ресторанов, либо же просто идти на более мобильный уровень.